В МИД РФ выступили против блокировки Telegram. Внешнеполитическое ведомство хотело бы получить от Роскомнадзора инструкции, что делать с двумя телеграм-каналами МИД в Telegram. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступает против закрытия мессенджера Telegram и предложила зарегистрировать крупные каналы в нем. Об этом она сказала во вторник, 17 апреля в интервью телеканалу «Дождь». Еще раз повторяю, что я против закрытия мессенджера и тем более против того, как это проводится без подробного объяснения, что происходит, и мотивации, сказала Захарова. Представитель МИД РФ подчеркнула, что если Telegram становится по большому счету уже не каналом межличностного общения, а средством массовой информации, а коль скоро там 100-200 тысяч подписчиков, как оно и есть, то они должны быть зарегистрированы. Захарова отметила, что у МИДа было два канала в Telegram, на русском и английском языках, в которых было достаточно подписчиков, и они были интересны. Мы просто перенесли их на другую платформу, на платформу Viber, но при этом мы хотим на самом деле получить инструкции у Роскомнадзора, как нам быть дальше с этими Telegram-каналами, сообщила официальный представитель МИД РФ. Напомним, 16 апреля Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России. Решением Таганского районного суда на ведомство возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.